Ну, это вторая часть. Пару волн прошел тут. Ну, тыди всего лишь. Я ферму качаю. Ставлю грина. Так. Ой-ой-ой. Проблемы. Жесткие проблемы. Сколько тут титан-фирменов? И они справились. Ребята, представляете? Титан-спикермены справились с кучей. Ой. Надо этого прокачать. Все, добьют. Ну, вот этого тоже добьют. Можно даже скипнуть. Кстати, ребята, у меня есть такая традиция, когда обновление выходит. Я коплю вот много денег. О. Ну вот. Короче, когда я коплю много денег, получается, когда обновление выходит, я открываю, мне новые выпадают. Бывает вот мне мифики. Боже мой. Бывают мне мифики выпадают. А скоро я мификов буду продавать за деньги, а за деньги покупать улучшенного титана ТВ-мена. Может, даже когда тысячи будут шефов, там, Спайдер ТВ, там, диджея, может, вообще, может, инженера. Ну, кого, короче. Ой-ой-ой. Сразу оглушить идет, блин, зараза. Ром молчит чё-то. Не, ну добьём. Сейчас буду качать титан спикермена. Ой, камерамена. Запутался. Если что, извините, я могу слово не так произносить или не так писать. Или говорить. Ой-ой-ой, хорошо, миниганы появились. Рома, если что, может, вам говорит, может, и не вам, может, и мне вообще. Он тоже, если что, видео снимает. А что скипать-то? Зачем скипать? Сколько это титан спикерменов? Один титан камерамен всего лишь. Куча спикеров. Ой-ой-ой, на максимуме спикеры бьют. А там новые идут. Ну, не именно новые скибидисты, а идут вообще. Да ну, добьем же. Хорошо! Надо ферму одну, хоть на максимум. Кстати, начал я играть. Ну, вы помните, когда я начал играть?
подписка тоже стоит. Да уж. Они берут, а оглушают вот этого спикермена Титана. Просто берут и оглушают, заразу. Почему пауки такие живучие? Почему пауки такие живучие? Они не должны быть такими живучими. Блин, Титан камерамен спит. Тут машинка идет. Смотрите, ребята. Кьюат, Рокет, Кар, туалет. Ага, прикол. Машинка такая маленькая идет. Ну, едет. Вообще. Блин, давай, шесть тысяч копить. Хорошо, качаю. Я вот ненавижу Гиан Дуалбой Той, вот и просто Дуалбой Той. Вот я их ненавижу. Правда. Меня настолько бесит. Бывает, я из-за них даже могу выйти. Но они настолько бесят. Блин, на Титан камерамен на максимум качать. Кстати, кто смотрит сейчас, вот, ну, первую часть не смотрел, я юнитов покупаю. Ну, я и в первой части это говорил, но я юнитов покупаю на твой рок. Ну и робуксы там же. Кто хочет, может мне подарки делать там в виде юнитов. Ну, если хотите, я с ним уговариваю, но если хотите, можете сделать. Мне будет приятно. Больше контента будет. Для вас. Как вы видите, мы уже проходим полчаса. А только 40-я волна. Кстати. Бустуалей 4.0. Так, 41-я волна. Надо прокачать Титан Камерамена. Что с Титан Камераменом? Чё его колбасило? Кто не видел, его колбасило жестко. Блин, Титан камерамен много урона молотом вот наносит.
Качаем. Ой-ой-ой. Что-то астро. Тут все. Тут у обоих почти полное хп. А, нет, не полное. Рома песни там поют. Я их тоже пою, но только у себя в голове. Сколько там этих шаров? Я хочу на аватарку себе поставить титан камерамена. По секрету говорю, у меня будет скин Дилан Дарик. Я специально шепотом сказал. Ну, чтоб другие не заметили. А то бывают. Да, блин. Кто оглушил титан камерамена? Так, хочу скипнуть. А если звуки включить? Ребят, вам точно на это неприятно. Эти звуки точно неприятны. Хотите послушать? Послушайте. Что тут происходит? Вот раньше, если честно, я не знала, что есть настройки. Ведь у меня специально все выключено. Сколько тут титанов у нас? Титанов. Ой, титанов. Блин. Сколько здесь титанов, спикерменов, да и камераменов тоже. Это что-то напоминает на букву Т. Это и есть буква Т. Все, 5000 осталось накопить, и я прокачаю титан камерамен на максимум. 44-я волна. А тут до 50-й. Кто не знает, игра называется Туалет Тауэр Дефенс. Можете искать тоже и тоже поиграть. Картинка с Клокменом Титаном, которая у меня есть. Кстати, у Титана камерамен защита на ногах. Есть. Я сейчас только что это заметил. Машинка. Самая низкая, тут и маленькая. Машинка чисто вот такая. Правда, машинка, вот. Кьюат Рокет Кар Туалет. Кстати, начал я в эту игру играть, когда был 57-й вроде эпизод. Ну, серия, точнее. Ну, я первый нашел эту игру. Ну, не именно то, что я первый начал в нее играть, а вот нашел вот первый из друзей.
Это моя мечта была в нее поиграть. Там же титан камерамон вообще. Насколько далеко стреляет. Так, ставлю еще одну. Блин, как же хорошо то, что изменили модельку Титан Камерамана и сделали его сильнее. Урон, можно сказать, 10 тысяч. А еще 200 не хватает. Но все равно пропускают скибидистов. Но все равно скибидистов пропускают, потому что их куча. Нужно сделать, чтобы они только самого сильного били. Сделаю. Не, ну они босса так и зато хотят бы убить сразу. Рома уже сюда титан спикермена ставит. Да не хватает. Ему не хватает. Ему не хватает. 2000 этих монет. Не монет, а как сказать? Ну, да, монет. Тысячу не хватает. Что там вообще идет? Титан Спикермен заражен. Так, надо качать титан. Какая волна? Ой, на 48 уже этот ученый. Блин, оглушили. Там еще иду, да вы что, издеваетесь? Глич. Там глич вообще. Кстати, ребят, можете добавлять меня в друзья, ник мой. Ну вот мой ник сейчас вот. Вот мой ник сейчас. А я сделаю ли он вот такой. Если что, было все показано в чате. Кто не видел? Добавляйте звезды, друзья, кидайте. То есть я буду принимать. Ну и ты тоже можете давать. Если есть лишние, которые не жалко для меня. А я ее буду продавать за деньги, а может потом за деньги буду покупать и может раздавать вам буду. Вы можете мне два отдать, я куплю лучшего титана Камерамана и вам дам. Блин, проходит жестко.
Да почему они такие сильные? Почему мы ученого убили, а их нет? Ой-ой-ой, Титан, камерамен на максимум. Он на максимум! Поставлю еще одну вот эту. Можно продавать. Что? Не, я не успею. Надо вот этих оставить. Куча титанов просто. Босс, Майкл, выходи, мы тебя не боимся, выходи. Это не Майкл. Майкл! Привет, Майкл Джексон. Мы его что, на изи загасим так? Мы его на изи загасим. Это не босс. Почему он такой слабый? Это не босс. Разрабы, сделайте Майкла Джексона получше. 5 миллионов хп. Чего? Это мало. Хотя бы 10. Ладно, ребят. Это видео подошло к концу. Всем пока-пока. Рома правильно говорит. Всем пока.